стихотворение называется «Звонок». Звонок за сотни километров любимый голос донесет, согреет теплотою душу, от одиночества спасет. И вот восход уже светлее, намного ярче солнца круг, и вдвое на душе теплее, когда с тобой рядом друг. Пусть друг от друга далеко мы, но это ведь не навсегда. Твой голос ласковый, знакомый, согреет душу в холода. Любите и будьте любимыми. Спасибо.